Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу о уличные игры, в какие игры можно поиграть на улице. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Первая игра будет «Выше ноги от земли». Вы, наверное, все уже такую игру знаете и играли. Но, может, кто-то не знает, я вам напомню ее правила. Как в нее играть? Перед игрой дети выбирают территорию, за пределы которой нельзя выбегать. Затем выбирают одного ловца. Он начинает ловить игроков, которые убегают. При этом дети стараются оторвать ноги от земли, встать на скамейку или камень. В таком положении ловец не имеет права их осалить. Ловцу запрещается подстерегать игрока, а остальные не должны оставаться с поднятыми ногами более чем 20-30 секунд. Если ловец догонит игрока, то они меняются ролями. Вот такая вот интересная игра. И вторая игра, сейчас я вам расскажу о ней. Это игра «Цвета». Тоже очень интересная игра. Для этой игры нужно не менее 4 игроков, больше лучше. Все игроки встают по одному в сторону площадки, а ведущий в центре и поворачивается спиной к другим участникам. Ведущий называет цвет. Участники ищут этот цвет на себе, в одежде, заколках, игрушках. Если нашли, нужно взяться за вещь этого цвета и перейти на другую сторону. Если в гардеробе или личных вещах не оказалось названного цвета, нужно перебежать на другую сторону. Задача ведущего – поймать бегущего игрока и осалить. Тогда этот игрок становится ведущим. Игроки могут помогать друг другу. Если в гардеробе одного участника есть две вещи нужного цвета, то за одну он может взяться сам, а за другую будет держаться его друг. Тогда они вместе смогут перейти на другую сторону. Вот такая вот интересная игра. Ребята, а если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, играли ли вы в такие игры? И нравятся ли вам эти игры? Очень интересные игры. Напишите в комментариях.